Смольную улицу расширили до двух полос в каждом направлении и убрали кирпич, который мешал автомобилям ехать в сторону центра. Есть пешеходные переходы, удобные карманы для общественного транспорта, но деревья с западной стороны срубили, и дома теперь ближе к дороге. То есть расширялась улица в сторону жилой застройки, а не в сторону промзоны. Пешеходный переход по нажатию кнопки в данном месте. Теперь ГИБДДшники потеряли кормушку. Раньше они здесь постоянно стояли, вы видите, кто едет под кирпич. Из данного двора поворот только налево, в смысле направо, а потом нужно доехать до ближайшего разрыва двойной сплошной. Данный высокий дом называем Monster High. Пятерочка. Не очень высоким качеством сервиса. Есть магазин ярче и непонятный Stick Bar. Шиномонтаж. И бывший торгово-экономический университет. Ныне кусочек имени Плеханова. И в конце улицы слева находится стройная площадка метро Беломорская.